Путь длиною в четверть века. В канун Нового года юбилей отмечает одно из уникальных предприятий Люберецкого округа – Пехорский текстиль, выпускающий более 100 видов пряжи, лидер российского рынка. На дни рождения фабрики с богатой историей побывала наша съемочная группа. Уже 25 лет из пехорской пряжи вяжут носки, шарфы и пледы не только россиянки, но и рукодельницы со всего мира. Основательница фабрики Елизавета Терешкина вспоминает, что создание бизнеса в далеких 90-х было непростым вызовом, но мечта о собственном производстве воплотилась в жизнь, преодолев все трудности. Ну, я думаю, что не только мечта, еще и обстоятельства жизни так складывались. Нужно было как-то выживать. Но все решалось день за днем. И в течение 25 лет нам удалось эту фабрику обставить новым оборудованием, поменять несколько технологий, пока мы не вышли на ту продукцию, которая востребована. В юбилейном году продукция предприятия получила платиновый знак качества 21 века. Гордость пехорского текстиля – его сотрудники. Сегодня здесь трудятся более 180 увлеченных своим делом профессионалов. Более 10% из них работают с открытия фабрики. Я искренне желаю, чтобы вот рабочий коллектив, который сегодня создан, он укреплялся, и вы бы занимали достойное место, будем говорить, в этом производстве, на этом рынке. Вот этот труд, он крайне важен, крайне нужен, и я так думаю, он будет востребован, наверное, на века. В планах у фабрики развитие ассортимента, увеличение объема производства и расширение рынка. Уже сейчас предприятие ведет активные переговоры с крупнейшим зарубежным онлайн-магазином. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.